Так, в рамках ежегодных мероприятий, посвященных оздоровлению ветеранов Великой Отечественной войны, медицинскими организациями города Сочи проведено более 3000 углубленных комплексных медицинских осмотров всех категорий. Сформированы выездные бригады медработников для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью на дому. Помимо этого, по просьбе главы города, санатории предоставили ветеранам более 300 путевок. По рекомендациям районных отделений Совета ветеранов города были проведены ремонтные работы в 36 квартирах во всех районах курорта. А школьники к 9 мая впервые провели акцию «Звезды на дома» ветеранов. Ребята сами изготовили праздничные звезды из оракала и наклеили их на фасады домов, в которых живут ветераны. Всего было прикреплено около 1000 таких опознавательных знаков. Стало доброй традицией поздравления ветеранов Великой Отечественной войны со стороны сотрудников администрации города и администрации внутригородских районов. И этот год не станет исключением. В канун Дня Победы всех ветеранов Сочи поздравят на дому и вручат продуктовые наборы. Масштабное празднование Дня Великой Победы стартовало на курорте еще несколько дней назад. Ну а 9 мая жители и гости города смогут принять участие в песенных флешмобах на улицах города, посетить выставки и концерты. На площади у Южного мола морского порта можно будет наблюдать трансляцию Парада Победы. Посещение муниципальных музеев 9 мая будет свободным.